стейбл, а тут да. Трансфер. Всем привет, и это опять неожиданный блог. Сегодня мы находимся в Москве на локал-споте. Этот локал-спот изначально хорош тем, что здесь все фигуры, по сути, как в Лего, можно переставлять и собирать любой конфиг, который тебе нравится. Называемый скейтпарк-конструктор. Скейтпарк-конструктор, да. В общем, вот так вот он выглядит. И сейчас мы попробуем что-нибудь с этим придумать. Я хочу поставить этот красненький вылет. Удобно делать трансферочек в губу. Погнали. А губу сейчас сюда вот. Друзья, зачем? Губу, она, по-моему, не двигается, она супер тяжелая. Супер тяжелая? Да. Давай попробуем. Do it! 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 Что с стрижком? Давай ты. Да, давай табаганчик надо с ним. Он как мудак снял. Проехать губу и успеть запрыгнуть банником на шубу. На мануле типа? Не, просто банник. No. Да ну нахуй, что ты ржешь-то? Попробуй сам. Давай, не пробуй. Блин, я хотел сделать, просто пойти и сделать, а вот ты сейчас что-то залупился. Я тебя не хочу. Просто пойти и сделать. Я не хочу. Давай, трех тэп через губу, потом трех тэп через губу на бар. Я делал с тормозом. Без тормоза я очканул. А теперь ты. Че, трехотеп, да? Че, нет? Да? В смысле нет? Да как так-то? Братан! За тебя и за Сашку! На трех тэпнул. Это было мощно. Заявочка. Бар на фейк. По идее, чем выше вы сделаете, тем проще. Да просто сделай. Do it! Да, блядь. Блин, если бы эта штука двигалась, можно было бы ее поставить сюда. Эту штуку на эту штуку, я бы фронта попробовал. Фронта. Ну да, что нет. А сейчас такие штуки делают фронт. Хотя... Да, как несложно догадаться, у нас села камера. Но записываю это видео, конечно, не для того, чтобы сказать, что у нас села камера, и что я не стал пробовать фронта из-за этого. На самом деле, я бы его все равно не стал пробовать, потому что у меня не было каски, я был без защиты, и, в общем, это такая спонтанная идея, которая бы, скорее всего, ничем хорошим не закончилась, потому что
ну, нужно такие вещи делать в защите. Ну, по крайней мере, я так считаю. Непосредственно перед вот этим катанием мы заехали с Никитой в МАК и купили покушать. Я решил включить камеру и немного поснимать, потому что именно в такие моменты, перед катанием или после катания, или в перерыве, вы сидите и обсуждаете какие-то BMX-темы. Подобный формат видео хотел сделать давно. Ну, а посмотреть, что из этого получилось, ты сможешь, пройдя по ссылке в описании, я, наверное, еще в комментах оставлю ссылочку. Хочу сказать сразу, что... Там достаточно сумбурно мы о чем-то общаемся. В дальнейшем, если этот формат зайдет, мы будем брать конкретно какую-то тему и мусолить ее. А на этом я закончу. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Я читаю все комменты. Ну и увидимся в следующем видосе. Пока!